Твери стартовал конкурс на разработку исторического оформления Аллеи Славы в Мамулине. В общественной зоне планируется установить композиции, посвященные великим победам русских полководцев. Эскизные проекты будут выбраны по итогам творческого конкурса. К участию в нем приглашаются профессиональные художники, архитекторы, дизайнеры, преподаватели и студенты соответствующих специальностей. Аллея Славы была создана в 2014 году по инициативе жителей поселка Мамулино. В 2018 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды были проведены работы по комплексному благоустройству. В продолжение формирования облика общественной зоны было принято решение об установке на аллее 10 малых архитектурных форм, посвященных важнейшим победам в истории России. Супер идея как бы такая существует, что Аллея Славы, она как ось времени прослеживает вот, ну, в общем-то, русский дух, русские победы, начиная от Александра Невского, там, Ушакова, Брусилова, Жукова, Конева. Вот, то есть вот это такая вот ось времени, и она вот как бы вдоль аллеи будет располагаться. Как рассказывает советник главы города по вопросам архитектуры Алексей Жоголев, главная идея конкурса – создать не очередной мемориал, а обустроить пространство с просветительскими и образовательными формами. Предполагается, что новая площадка станет центром притяжения для взрослых и детей, где представители молодого поколения могут не только играть, но и учиться. Эскизные проекты, композиции будут выбраны по итогам творческого конкурса. К участию в нем приглашаются профессиональные художники, архитекторы, дизайнеры, преподаватели и студенты соответствующих специальностей. Будем рассматривать те предложения, которые поступят. Надеемся, они будут. Надеемся, будут не их достаточное количество. Очень надеемся, что студенты Венециановского училища примут участие. И мы специально хотим провести переговор о том, что, может быть, даже один из курсовиков у них будет посвящен этой тематике. Конкурсные работы будут приниматься с 17 января по 21 февраля в администрации Пролетарского района Твери. Желающие принять участие в конкурсе могут уточнить подробности в положении, которое опубликовано на официальном сайте администрации города Твери в разделе «Муниципальные правовые акты». Отметим, что для победителей также предусмотрены и денежные призы.